В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации за аварию, оставившей 300 тысяч жителей без воды. Ну, где 300 тысяч, там, значит, и полмиллиона точно без воды сидит. Да, ну вот в Керчи нельзя сказать, что нет воды, да, как бы крымчане просили воды, и, судя по всему, им этой воды дали, причем без всякого снисхождения. Такое видео, там все затопило, и приехал этот гоблин Аксенов, и такое видео, я видео не могу показать, потому что меня забанят, а вот фотографии я вам покажу, как это выглядит, вот видите, так. Ага. Вот, и плывет на лодке Аксенов, а сзади плывут три мужика какие-то. Зачем они сзади плывут, никто ничего понять не может. А вот, потом, значит, этот Аксенов, вот он, видите, лучше видно. И видно, что у двигателя работает, у лодки, видите. И из-под двигателя бурун этот идет, вот он. Очень хорошо здесь видно, вот эти плавающие, да, водоплавающие, плывут вот эти водоплавающие, и вот этот Аксенов, значит, вначале никак он это не комментировал, зачем водоплавающие трое плывут за ним, его пресс-секретарь сказал, что это МЧСники, так они плывут за лодкой своего барина. Блять, зачем, непонятно. Потом следующий, значит, этап вранья. МЧСники сказали, что нет, это какие-то мужчины просто в гидрокостюмах, которые непонятно, что там делают. Да, сейчас вот я прям прочитаю. Так, так, так. И вот они, значит, это просто какие-то, в общем-то, неизвестные люди. Плавают кролем и не могут ничего пояснить. Потом Аксенов включается, говорит, что это МЧСники, и они очень мужественные люди, потому что двигатели не включаются, и они там что-то плавают. Зачем они плавают? Ну, может, лодки толкают. Все утро они, говорят, так плавают, очень мужественные люди. Но на самом деле я уже показал, что двигатели включаются, и он врет, этот Аксенов. Вот он, так, где он? Вот, видите, винт, вот, из-под винта идет все это. И вот если посмотрите слева, там какая-то лодка перевернутая, да, может, они на этой лодке перевернулись и теперь плавают. Не могу понять, что там и зачем нужно за барином плавать вплавь, да, вот. Вот он пишет, говорит, если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то хорошо, в следующий раз буду возить с собой. То есть он там обижается на кого-то, этот придурок, да? Вот. И работают они в спасательной службе, Аксенов сказал, и почему-то в спасательной службе они должны плавать. Там, они, наверное, не смотрели спасателей Малибу, да, аксеновские эти черти. Поэтому они решили, что нужно плавать так самим руками. Очень смешно. Причем они выглядят так, что их самих спасать надо. Интересно, вот когда Аксенов этот на вертолете летит, они рядом крыльями машут, эти черти. Вот я насмеялся, но, честно говоря, не смешно, потому что я сейчас вам покажу кадры, и вы понимаете, в тот момент, когда здоровые мужики занимаются вот такой херней, плавают за этим гоблином, да, происходит чудовищная вещь, там затопило, там масса людей, которые оказались в зоне стихийного бедствия, которые требуют помощи, а тут приехал этот опёзл, да, его там выкатывают на этой лодке, за ним там плывут, жаль, еще они ходить по воде не умеют, ему там нечего делать, вокруг него бегают всякие спасатели, МЧСники, нахер это надо, они должны заниматься своими делами, они должны устранять последствия, они должны спасать людей, они ни в коем случае не должны заниматься вот этим идиотом, да, приехал какой-то индюк, и вот его там раскатывают. Я это многократно видел и всегда против этого очень сильно выступал и добивался, в общем, того, чтобы такого не было. Да, потому что, ну, это как обычно при совершении каких-то преступлений, при авариях крупных и так далее.
То есть, когда преступление имеет большую общественную значимость, там приезжают куча генералов, вытаптывают все следы, бедная опергруппа стоит в стороне, несколько часов ждет, пока они там наговорятся, накурятся, наобнимаются, потом приступают к работе. Так и здесь. То есть, МЧСники вместо того, чтобы выполнять свой долг, они вот такой херней занимаются. Вместо того, чтобы дать ему пинка, сказать, ты что сюда приехал, нахер ты здесь не нужен. Я помню своего начальника Гордеева, полковник, когда там труп лежит, да, и он приехал замполит в белых ботинках. Кстати, до сих пор этот замполит работает. Это Гордеева-то уволили, хотя он был боевой полковник, Афганистан прошел, на ВАМе служил и так далее. Его уж давным-давно след простыл. А это все служит. По крайней мере, я еще, когда в России был, тогда он служил. И Гордеев ему говорит, ты что приехал? Ты же сюда приехал, говорит, вот видишь, он умер. Вот если бы и ты был опером, я бы сейчас тебя пошел там, отправил с агентами работать. Если бы участковым, сейчас бы квартирный обход пошел проводить. А ты можешь ему лекцию прочитать, но он умер, понимаешь, ты ему лекцию не прочитаешь. Поэтому, говорит, дуй отсюда. Вот так и здесь. Понимаете, то есть этот вот приехал, зачем? Он что, кому-то помощь может какую-то оказать? Какую может помощь оказать? Или он там воочию должен убедиться. Ну что, блядь, телефончика нет, что ли, тебе не перешлют, что ли? Так что все вот эти вот придурки, да, начиная с Путина и кончая вот такого рода как бы сатрапами, так их назовем, находящихся на земле, да, они все желают обязательно куда-то залезть и свои хари торгануть, что он там тоже был и что он там все знает. И знает он потому, что он там был. Да как раз ты ничего не знаешь, если ты там был. Ты ничего там не увидишь. Увидеть можно только на расстоянии, имея данные, мониторя и так далее. Вот я сижу хер знает где, да, а я мониторю и знаю больше, чем эти придурки. И вы убеждались в этом миллион раз. –